голове зеркалом заехал. А говорит, головой ударился об асфальт. Да. Там у него зеркало отлетело, и... Я ехал платить сегодня взнос, надо отдавать за маршрут деньги. Я ехал деньги отдавать. Машина продержит кого? Нет. Лично? Да, лично моя. Вот она не на маршруте была? Нет, я ничего, у меня ни путевки, ничего. Не было пассажиров, нет. Я просто ехал в гараже, я вон свечи оплатил туда. Ну, свечи меня в гараже. И поехал, ну, деньги отдавать. И тут так было. Расскажите, пожалуйста, какой скоростью вы двигались? Ну, около 60 где-то, может, 55, вот так. Она резко на проезжей части появилась или как произошло вообще? Да, ну как резко, ну, она по пешеходному переходу шла, здесь стояла колонна, ну, в этом ряду. Я ехал по крайнему ряду, и она из-за машины вышла, и все, я, ну, не успел я ничего даже сообразить. Номер машины. Если решили доехать. Все достаточно, все. Все понятно. Все, справишься, все уходишь.